Зимняя рыбалка чуть не стала последней для одного из жителей городского округа Химки. В интернете появилось видео спасательной операции. На кадрах видно, как из воды достают человека и поднимают его на борт катера. Как выяснилось, местный житель 1952 года рождения решил порыбачить на канале имени Москвы в плюсовую температуру. За уловом он отправился на середину судоходной трассы, где и провалился в проталину. Очевидцы позвонили по экстренному номеру 112, и уже через 3 минуты к месту происшествия прибыли сотрудники Химспаса. Передвигались они на специальных катерах с воздушными подушками. Такие легко скользят по льду и позволяют подъехать максимально близко к утопающему. Мужчина пробыл в воде около 5 минут, но остался жив. В связи с такой теплой зимой льда нету вообще. Лед обманчив. Вот эти 3 дня, которые сейчас будут перед праздниками, это 23 число, 24, мы будем усиленно наблюдать за и патрулировать акваторию канала имени Москвы от моста МКАД до нового моста, вот трассы М-11, только по одной причине, чтобы поломать лед, чтобы он быстрее сойдет. Спасатели предупреждают, выход на лед опасен для жизни. Всего этой зимой в городском округе Химки со льдин сняли 10 человек.